С вами канал со сложным названием dachaclubmd.ru. И сейчас мы расскажем, на чем ездит муж LJ и жена Настя Ивлеева. LJ, он же Алексей Узенюк. Популярный 24-летний хип-хоп-исполнитель из Новосибирска. Интернет-издание WebEl посчитал размеры гонораров и составил рейтинг среди молодых исполнителей за 2018 год. Лидирующую позицию занял музыкант LJ. Его доход за 2018 год составил 53 миллиона рублей. Его жена Настя Ивлеева также не отстает. Из девушки, которая с трудом могла найти деньги на проезд до дома, она превратилась в известную ведущую и видеоблогера. По ее признанию, один рекламный пост в Инстаграме обходится заказчику в 1 миллион рублей. Реклама в сторис стоит чуть дешевле 500 тысяч рублей. Помимо аккаунта в Инстаграме с аудиторией более 13 миллионов подписчиков, Ивлеева ведет канал на Ютубе, снимается в телепередачах на канале «Пятница» и периодически принимает участие в проведении различных церемоний и конкурсов. Зарабатывая такие гонорары, звездная пара может ни в чем себе не отказывать. Так, в конце 2018 года Узенюк снял короткий документальный фильм. Вот небольшая цитата рэпера. «Я всегда знал, что моя семья будет жить, а не выживать в нищете, как это принято в тех краях, откуда я родом. Офигенная тачка для отца, самые дорогие цацки для моей мамы, ролик за двадцатку для моей детки, офигенные девайсы для малого, которых у меня в свое время не было. Друзья, у меня есть небольшая мечта – набрать 10 тысяч подписчиков до Нового года. Поэтому прошу вас просто нажать на красную кнопку «Подписаться». У вас это займет буквально несколько секунд, а для меня это будет самым лучшим от вас подарком. В 2018 году между гастролями LJ подарил отцу новенький BMW за 6 миллионов рублей, а своей возлюбленной Ивлеевой часы Rolex за 328 тысяч. Постоянно дарит брендовую одежду Gucci своему младшему брату Даниле. Недавно в своих аккаунтах Алексей и Настя выложили фотографии со своими люксовыми железными конями, стоимость которых в общей сложности составляет почти 20 миллионов рублей. LJ приобрел BMW i8 купе. В базовой комплектации авто стоит около 10 миллионов рублей. Недавно он модернизировал внешний вид. Ивлеева ездит на BMW M850i. В минимальной комплектации стоимость начинается от 9 миллионов рублей. До этого LJ гонял на Audi TT серебристого цвета, а Ивлеева на Infiniti Q60. На этом все. Не забудьте написать в комментариях, какую машину вы бы купили, если бы стали известны. Подпишитесь на канал и поставьте лайк, если тоже хотите i8. Но если вы хотите поставить дизлайк, то объясните свой выбор в комментариях. А сейчас игра. Угадайте, что это за машина.